В городе-курорте ведется активная борьба с кустарно переделанными внедорожниками. Сотрудники дорожной полиции Анапы перекопали подъезды к опасным местам, которые пользуются большой популярностью так называемых джиперов. Таким образом, городские власти решили бороться с предпринимателями, которые возят туристов на кустарно переделанных внедорожниках. Проезд уже ограничен к таким достопримечательностям, как Ласточкины гнезда на Лысой горе, крест на холме близ Субсеха и статуя орла в начале Кавказских гор. Пути подъезда к ним перекопали экскаваторами, и экстремалы теперь не могут там проехать. По данным госавтоинспекции, с начала года было зафиксировано 542 нарушения у джиперов. Чаще всего причиной становятся существенные, при этом нелегальные переделки машин. Например, установка дополнительных сидений без ремней безопасности. А я напоминаю, спонсор выпуска городских подробностей – оптово-розничная база сельхозпродукции в Анапе на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. Покупателей базы приятно порадуют ее низкие цены. Традиционно свою продукцию в первичном ассортименте – овощи, фрукты, специи, грибы и не только – жителям и гостям курорта здесь предлагают более чем 100 фермеров со всей Кубани. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.